свой профессиональный праздник. Исключение ради, они без белых халатов. Более 700 представителей оренбургского здравоохранения собрались на торжественную церемонию. На соискание губернаторской премии список был немалый. Выбрать лучших было непросто, но имена победителей определили. Это команда настоящих профессионалов. Они преданы своему делу. Они спасают жизни самых маленьких пациентов. Эту бригаду называют медицинскими волшебниками. Им удается сохранить жизнь самому крохотному пациенту. Врачи Центра детской хирургии выхаживают новорожденных с экстремально малой массой тела, а 600 граммов. И даже несмотря на порой чрезмерную усталость, свою работу любят. Я работаю, вроде бы все получается. Хочется помочь людям, конечно. Кто-то же должен помогать им. Губернаторская премия «Достоинство милосердия» вручается традиционно медицинским работникам и коллективам больниц Оренбуржья за большой вклад в развитие областной системы здравоохранения. В этом году 10 номинаций. Лучшим врачом года стала Ирина Архипова, невролог Саракташской районной больницы. Очень хотелось бы, чтобы и дальше вот этот статус, который когда-то нас наградил народ, да, это высокопрофессиональные, интеллигентные люди, чтобы вот это сохранялось, чтобы мы чувствовали себя элитой, мы чувствовали себя людьми ответственными за все, что происходит со здоровьем населения. Екатерина Волкова, Вадим Нечаев, «Наше время».